вечернее время водитель такси, как обычно, развозил своих пассажиров по месту назначения. На заднем сиденье разместилась с виду безобидная и приличная пара – 35-летний мужчина и его 29-летняя дама сердца. Но кто бы мог подумать, что все закончится настолько печально. Гражданин 1981 года рождения, не желая оплачивать услуги такси, умышленно нанес удар в область головы водителя такси, чем причинил последнему тяжкий вред здоровью. После этого криминальная парочка спокойно скрылась с места происшествия, прихватив при этом с собой 2 сотовых телефона таксиста. По горячим следам полицейские задержали злоумышленников. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а в отношении гражданина 1981 года рождения еще по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. И им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Анатолий Чернов, Павел Тропин, Анастасия Потапова. Вести, дежурная часть, Саратов.